В районном доме культуры имени Ленинского комсомола прошел фестиваль-конкурс «Патриотическая песня». Проводят его второй год и приурочен к празднованию Дня России. Какие песни и о чем поют в Искитимском районе, смотрите сюжет. Фольклорный коллектив «Гусельникове» существует 3 года. Поют здесь песни своего села. Тексты напела Лидия Ерастова. Ей уже за 80. Сегодня споют одну из своих любимых. 3 года занимаюсь фольклором. Я не могу теперь петь никакую другую песню, только фольклор. И он получается, потому что льется из сердца, из души. А это корни же наши. Это корни, и, в общем-то, должны знать и молодежь, и дети должны знать. На сцену районного дома культуры в рамках фестиваля выйдут сольные исполнители, дуэты и трио-ансамбли. Сегодня только взрослые артисты. В конкурсной программе заявлено 15 номеров. Репертуар от русских народных до современных песен. Главное, чтобы они были о родине. Обнимут, поднимут, развеют печаль. Дороги России бескрайняя. Преданности своей родине, своему краю, своей деревне, своей улице, своему поселку. Хочется, чтобы это и в молодом подрастающем поколении нашло свое отражение, и чтобы они были достойными гражданами России, достойными гражданами нашего района. Фестиваль-конкурс патриотической песни в Искитимском районе проводят 2-й год. Он приурочен к празднику День России. Зрителей пока немного, но главное, говорят организаторы, что участников становится все больше.